Футбол для мене – це друга робота. Я, наприклад, власник бару. Матео. Женя, я власник бару, я граю в футбол. На першій з нашої області вони би десь би за місце 5-6 може би боролись. Дивлячись на ігру Сан-Маріно, це безнадійно, насправді. Діла нормально, як говориться, так як я не заявлен за першу команду, я граю за Динамо 2. Алкоголь я не пью. Если в интернете пишут, я читаю. А потом я читаю отзывы. Этим всем лохам, то, что они пишут. У людей, ну, с головой у них не в порядке. То, что я мог, что в моих силах, я за эти 6-7 лет я заработал. Сейчас я хочу играть. Нам Венгинский сказал, что Брикун дал интервью, это нереально, это просто нереально. Это он так хотел, да? Он не умеет разговаривать. Ты батько грав, да? Хочешь быть схожим теж? Да, очень хочу стать таким, как он. Я Александр Рекун, смотрите программу про футбол.